Все, стапель завершен. Потихонечку выходим. Сейчас это второй час дня. Полянка нас переухила вчера. С третьей попытки мы ее нашли. А так бы пришлось вставать вот примерно в таких пушерях, приминая все ногами. Погода распогодилась. Не знаю, как будет дальше. Посмотрим. Вот такая тут местность, столбы, гор какая-то, гора Мономах какого-то, прикольная. Вот такой у нас сегодня будет старт. Первый пошел. Второй пошел. Третий пошел. Погнали! Лёха с Саней. Лёха с Андрюхой. Первый выход на воду. 11 августа. Нам еще идти до основной части полной КПЭ. Сегодня на весь день. Потому что вчера нас не забросили на Урале. Урал поломался, утонул, не смог. Но вода позволяет нам заброску подвести по воде при потом КПЭ. Ну, покажите, какие вы спортсмены. Той продолжается. Постоянный разбой. Острова и расчески. Да, здесь минус 20 метров, 30. Будешь таскать катамаран, блин, до верхурачки, блин. Конкретно. Техника на грани фантастики. Этот машин мог нас подвести, наверное. Основной брод через Китой. Вон там начинается мелководье, когда
мелко сюда, и вон дорога пошла наверх, там домик наверху. Только что здесь два КамАЗа проехало. Ну и глубина тоже такая, около метра. На самом деле на выезде, если воды будет дофига, тут, блин, будет сложно. Ну, мы очень здорово отстали. Нормально. И то, честно, напоминает урик после дикого урика местами. Это чуть-чуть китой. Так, да, это все мы должны были ехать на Урале, это ж красоту. Кайфовое место, когда нет воды. Прям дикий урик один в один. Там вот такое место есть тоже. Да, какие-то непонятные люди. Вот эти вот вообще непонятные прибились к нам. Ребята, вы откуда? Мы гулящие. На сборной Челябинск, Подмосковье. Сборная России. Владимиру далеко. На сборной России, между прочим.
тренер нас тренирует. Да. Мам, привет. Сан, можешь не втягивать. Красиво. Тренировочка. Нет, основные слова. Это уклон резкий. Отлично, гребёшь, гребёшь. Супер. Пятёрочка была. Хорошая. Вообще браво. Нет, стой, стой! Вот так вот! Тихо, 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 тихо! По центру, ближе к центровому камню. За камнем направо. Носы пока так держим. Носы держим так. Ближе к камню, ближе к камню. Еще. Еще равняем. Слева пойдем, да, да, да. Отброс, отброс. Сразу отброс. Отлично, отлично. Супер! А? А что такое за каньон интересный? Неожиданно. Неожиданно два пятерочных порога. Это второй такой, блин, классный. И входим в каньон. Конечно, вот такие вещи смотреть бы, блин. Там опять перепад большой. О, какие он, да. Ой, не ругай сильно. Такой каньончик не кислый. Кстати, тоже.
красиво, красиво. Ну, мало воду тут, конечно. Непонятно, что происходит. Мало, но кто ходит. Это место. Маленький конёк такой, коротенький. Мне нравится. Не, красиво очень было. Офигенно. А, там ещё порожки. Такие прыжинчики классненькие. Рыбалка должна быть охуенная вообще, на самом деле. Хариус, он недоступный такой. Вот здесь вот. Под этим. Ну блин, кто же знал здесь, что, что так? Вот если бы обед, вот здесь. Я не думал, что так бы. Думал, прогойный участок, там шейверки. Просто полноценная сплавная река, причем не кислая, блин. Два пятерочных порога на ровном месте нарисовались просто. Блин. Пятерочные. Железобетонно пятерочные. Первый так 100% вообще, блин. Второй это потому что такая фена не кислая, блин. Отлично, просто отлично все было. Камешки сложены, трак от трактора, блин. Трак от трактора лежит он. Конкретный разбой. Что, река если убегает в лес? Да, часть воды в лес убегает. А здесь начал напоминает мне местами, там пуду на выходе почему-то. Вот сейчас мысль такая пришла. Там похожая есть. Такие резкие повороты, такие галечные полосы, деревья такие же. Там, где они шли, там, где люди. Просто работает. О, вода через лес. Приток этот большой. Хой-то-го, по-моему, называется. Что такое? Не холодный. Разбоев. Да, вообще говоря, прозрачная вода. Работаем. Под самым краешком.
можно даже получиться. Ах, развернулись и все. Была только кормой. А, нет, все. Нет. Нормально. Ох, я разбой. Да, и с малой водой охереешь просто. Умрешь, блин. Конечно, камера это не передаст, вот эти вот. Блин, красиво, солнце освещено, так еще классно, блин. Конечно, блин. Стоян это тема. Где там Стоян снимает? Как резко называется? Кукучик-то? Кукучик-то. Не готово? На Кукучик-то? Готово, да. А, готово уже? Ну да, пешка трудная тоже. На воду смотрим, на воду. Кто им и скажет, откуда пляж в горах, блин? Песок. И вообще, красотища опупенная. Просто опупенная. Точно пару винтов ставить. А здесь линка нету? А? Если линка здесь нету. Если винок не поднимается из-за водопадов. Вот Сагон Сайр. До сюда доводят, да. Вот до сюда доводят. Это же Сагон Сайр, да, уже? Фиг знает что. Чувак, опустим. Там вот банька маленькая, походу. Еще у нас значит, слишком низко, она расположена все. Смоет водой в паводок. Не знаю. Да? Мы побежать на пристали, посмотри. Ну это баня по-любому. Ну, вот приток левый наш. Стопудово. Ну прям на притоке вроде должен быть. Вот. Вон и стоянка, нет? Ну, нет, так нет.
стрелка? Я так понимаю. Там даже дно все не заполняется, мне кажется, что туда рюмку налить. С паркингом чередым. Разбираем. Трубы горят. Благо, я успею поставить, а это положено при медикации. Тихонечко, за нерассчитанную часть километража. Это 30. Сколько сегодня? 4, что ли? Ну, нормально, хорошего водителя. Нормально. Так что отобьем. Все молодцы. Две размилочки. И тихонечко-тихонечко. Чтобы адмирал не услышала в ее сторону. И не ругала, да? Сейчас. Как? Жахнем! Здесь будет хорошо жахнуться, кстати. Да. Тихонечко. Главное, не депилируйте ее. Так, меня как-то не видно, да? Меня никогда не видно. Помните, в прошлом году на Урсуле-то как? Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Да, да. Там даже Владимир Владимирович да, не услышал. Чуть поменьше, чем Райнер стоянка. Примерно, ну, может, километр меньше. Встала после притока Секонсайр. И под скалу встали. Договорились, чтобы страховать друг. На высокой полке. Случайно Макс увидел тропиночку, поднялся. И тут берега. Офигенная я полка, тут старая пойдем дорога. Пойдем сейчас на траверс. Вот там видно. Вот на старой дороге, но по ней, походу, никто давно не ездил. Вот так мы расположились. Ребята подумали, решили. В сборе пошли немножко, пособирали корма. Правда, не корм, а это обычно закуска. Это у нас рыбники. Здесь готовится ужин, чечевицка. Илюха тут лобает вовсю. Суши за коврики. А стоим вот так примерно. Стоянка вообще отлично такой подниматься тут по этой тропиночке крутой за водой. Ну, в принципе, что тут? Котлы поднять. Вот такая тропинка. Вот такой сегодня у нас китой. Вода выше средней. О, там откуда колесо лежит. Кто сейчас заметил. Откуда здесь колесо? А, ну дорога сверху. Вот отвалилось колесо и летело в реку. Нормально. И там у нас, там порог четверочный какой-то шумит сильно. И здесь тоже бурлило так не кисло. Там катамаранчики. Короче, все у нас отлично. Вечереет. Погода пока шепчет. Поэтому пользуемся моментом по полной программе.